На территории спорткомплекса Подмосковья прошла проверка аварийной, ремонтной, а также снегоуборочной техники в связи с приближением холодов и снежной погоды. Здесь была представлена техника как управляющих компаний, которые обслуживают территории многоквартирных домов, сами многоквартирные дома. И была представлена техника муниципального предприятия озеленения и благоустройства, техника, которая работает на улице. Посмотрели готовность как крупной техники, грузовых автомобилей, так и малых инженерных приспособлений. Всего было осмотрено 70 машин. Глава округа обсудил с руководителями предприятий все нюансы подготовки к зиме. Например, наличие песко-соляной смеси, реагента для посыпки дорог, тротуаров и парковочных мест. Мы проверяем три вопроса. Первый – это штатная укомплектованность их сотрудниками. Второе – штатная укомплектованность техникой и оборудованием. И третий вопрос – это проверка материальных запасов этих подразделений. По итогу осмотра аварийной службы готовность всей техники была признана удовлетворительной. Теперь она должна будет показать себя в деле уже в условиях снегопадов и гололедицы. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.